Нет. Как нет? Шутка Форты. Вообще я знала эту шутку давно. Да он мою шутку повторил. Да. Ты молодец. Дайте ману. Дайте мне булочек, дайте чего-нибудь, а? Заколебали, жадина. Жадина, говядина. А чё вот эти кисти рук, которые с РС 10 гер, они типа бисовые шман? Не накрепит. Ну да, там же можно перчатки, если это можно что-то, соответственно, либо перчатки ты берешь вот эти, либо стрелка с регеном мана, либо штаны и крафтами. Ну вот у меня штаны. Тканевые. Я так подумал, я вроде по мане не проседаю, и поэтому можно и одеть эти перчатки. Одел и все, с тех пор так с ними хожу. Почему, когда РС, у меня код ложится на клавиатуру? Начинай. Нет, Боб вчера сын прожал. Да, комбинация клавиш, да? Он теперь прожал сразу. Да, у меня шип заел. Да, я просто выбрал танк от арки, который был заклинание, нашел к нему. Это сейчас мне еще надо будет отойти, Олег, слышишь? Нет. Сейчас зайду. Блять, пиздец нахуй. Машину поставил, блять, чуть ли не в 30-м королевстве. Я думал, сука, не едет, возле него припарковался. А тут хуяк мне звонит дебил, блядь, Эрик, типа, чтоб я отогнал машину. Я охуел. Блядь. Как он узнал твой номер? А у меня вот приклеен мой номер телефона. Всегда. Причем. Хорошо, продаешь. Ты не клеил. Что хорошо? Я если бы хорошо парковался. Тоже не а там места нету, клей. Даже у меня во дворе, у меня вообще во дворе ноль места, ноль. Надо было еще одну бумажку приклеить, что если машина мешает, ключи под ковриком там, для чего-то смотрели. Ага, нехуй делать. Все, я побежал, там минут может 20 или 15 мне не будет, потому что далеко надо бежать. Все, давай, пока. Ну, четвертая резка понадобится. Не, я быстро, сейчас. Сейчас я пати могу, блядь. Да я пати не могу взять, у меня этот ЕПГП заряжается. Не на дракона. Дайте мать. Стой, коральку, у вас там правда.
Бумаги дайте стол. Что там по бафам? Только кральку направлю на вас. Паладины, бафали что-то уже. Я ничего не баф. Баф и кулак тогда. Так, где этот макрос у меня? На антеметка. Вот есть эти танк. Будет вторую копию, блин, первую. Хотя бы РДД, у кого, на ком лучи отбегаете, там дистанцию держите. Меньше сталкового. Второй копии, блин, сакру прожимай. Сейчас будет вторая копия, даешь сакру. Прижимайтесь на второй копии. Двое сильнее страдания. Интересно. Интересно. Как так? Я в сваншоте. Интересно, как весь выжил.
Прям как Халиона убиваем на 100 тысяч убиваем. Олег, а ты чё, можешь добирать Теслу? Идём так. Пока что. Сопреску, наверное, я прожал, да? Для кого я говорю прожиматься? На первой попе. Опасно. Ну, прожимайся дальше, на первой копии будем дальше падать. Ладно. Давайте бафы. Еще крикните на хп вара. Это я уже не отбежал. Поднимай, не сталк меня. Я заберу вторую копию. Подхилите меня. Касочку, пристебал лапу. Да, я немного поломана. Слишком далеко. Нету копии, да? Ну, вот она. Ну ладно, заберешь, когда я умру. Я не забываюсь, прожал. Просто не отбежал от вихря. Меня сложило. Спасибо. Есть у кого-то жив, синий мамонт. Не знаю тогда, почему я не мог с тебя забрать. Стой, не двигайся. Да, давай, на. 106 голды, личинка. Джейден забит. А вы там распределяете, кто слева, кто справа. Кому кулаки еще плюс нуте? Приступают. Так...
Все, я пошел, блядь. Выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Обратите их в пепел! Так, напишите врага, на какой спек ролим. Security, золотистый свет, хилят тьму, все остальные. Четвертая патия, стёсы, два големов. Да. Я потанчу тьму. Паладины, распределяйте по кадлане ауры. Распределили уже давно. Тьме, диспелит, листал к свету, каменс. Так, сейчас подождем Джерина, начнем. Сразу шкаф. Смотри, да. Пейте на сум. Вары, не забывайте кричать на хп, когда заходим во тьму. Дайте баф, да. Чего, айс приз, монохолики было? В тьме. Из монохолики будет во тьме. Уже вроде фрост был. Ваня, ты тут? Так ты танчишь тьму? Да. Ваня, тут? Да-да, сейчас, я тут. Проверили? Да. Так, Дима, что там не хватает? Чё, откат, что ли? Да не. Чё, меня выкинуло? Дайте магабаф. Дайте фласку, я куплю. 500 голдбанка. Джерин, что там не хватает?
только портут? Я загружусь еще, все, прогрузился. Ну давайте все готовы, начинаем. Бля, что за хуйня виснет сюда? Метку простую, через кост возвращайтесь. Не дисплел. Бежим. Давайте, выливаются лужи, смотрим, как они льются. Аккуратно. Напуливаем на протопала. Диспельти Кеншина. С той стороны. Подойдите по диспельти. Через хвост возвращайся, смотрим, сейчас будет падать, падать. Смотрим, уже как будет разливаться в рейд. Почему у меня нету частицы? Какой хули пал хилит? Кого уже матом открыть? Золотистый, да, частицу на Кеншина, оставайся, его хил ДК, заходи, говорит, заходим. Заходите, если добили. Что вы там добили? Не. Заходите быстрее. Две секунды. Заходите. Поливайте, пропускайте лезвие, ближе к морде сейчас выносите. Заливайте ману с хилом. Катай. К морде, к морде, к морде. Я знаю. Баш выноси. Пятьдесят два света, готовьтесь ловить после лезвия, после метки будем выходить. И только после метки. Все, выходите. Спальте. Просто... Рассвету. Халк назад. Поворачивай на рит, поворачивай, смещаемся. Смотрим лужи в рит. Свет, играем по трэшу, большого, маленького. Рост во тьме. Свет, только трэш. Security. Свет бьем через взрыв. Играем два мира, как обычно. Сейчас это темп ставлю. Сейчас, подожди. После лужи. Да-да. Так, смотрим, лужа сейчас будет. Свет не бьем, холёно, ждем. Две лужи в рейд. Так, Оптимус, давай гимна ману, ставь это темп. Блин, кто это так диспелит? Кидайте гимна хп, гимна хп. Дайте быстрее свету гимна хп. Слава Лесу и Оптимуса.
играем только по трэшу. Тьма, стоп, иди ДПС. Тьма, стоп, иди ДПС. РДД, бейте большого. Смотрим, падает, бежим. Сука, близко стоял кто-то, спасибо. Давайте, смотрим на пуль. Все, падаем. Кто это так диспелит криво? Да, это опять, наверное, сова плохо, ну, долго стояла с меткой. Потому что лужа большая такая. Я думаю. Но он назад к стенке к нам прыгнул. Я не знаю, зачем он это сделал, конечно, но... Это оно. Так получилось. Да мне похер. Стойте возле стенки, подождите, пока вас не диспелит. Не надо прыгать в ритм, если на вас метка висит. Нет? Или тут всех надо страховать, типа? Всех страхуй. Может показать им лучше, как там в рифме. Мы сломалось одно время. Тебя ловить научит. Ну просто его кайди не смотрел. Так, давайте все тут лбафы даем. Смотрим, чего вам не хватает, пишите чек на пул. Давайте тут сайт хп пойдет. Блин, тут. Дайте ремонтник, он просит. Джи сзади стоит, ремонтируйтесь. Кто там, БР потопил кто-то или нет? Вроде нет. Давайте, заходим за линию. Олег, начинай. Давайте метку в хвосту выносим, через хвост возвращаемся. Теншин. Бежим. Смотрим, лужи льются. Бреет. Метку хвосту выносите. Золотистая, к хвосту через хвост возвращайся. Хапал, танки оба прожмитесь немножко. Бежим. Хилься, золотистая, хилься, не умирай. Смотрим, лужа в рейд. Две лужи в рейд. Так, коллег, подожди, пока лужа пропадет, потом будешь заходить. Играйте пока по большому трэшу. Уходите, если посмеете. Олег, заходи. Заходим. Лесак, выноси, добили, заходите. Пропускайте лезвие ближе к воде, сейчас выносите. Ману своим хилам заливайте. Приду, маршрута не было. А кто там тотем поставил, зачем? Ну, похил, молодец, будешь без тотема теперь. Ну,
Как был бомба хил на носе. Пятьдесят один, свет от Ортис. После метки будем выходить. Смотрим метка, ВВ выноси. Выходим в свет. Свет, рост. Первая метка, свет урона назад выносите. Оптимус назад, сам сядет стал. Смотрим метеорит. Бежим. Так, смотрите лужи, как будут выливаться. Свет, играем по трэшу. БРД больших, милики маленьких. Может, рост во тьме, не? Да-да, рост во тьме, давайте. Хили Кеншина, там частицу хэпал на Кеншина. Смотрим, я сейчас будем. Бежим. Сколько рей на РКД? Свет, только трэш бьем, стоим, ждем. Оптимус выноси, Капахан выноси. Свет, только трэш. Отойди, мелкие, большие мелкие растут, да, тут мелкие. Только трэш бьем, свет. Кенша на хильте. Оптимус выноси, сам сядь, спел. Свет, да, играем по мелкому трэшу. Свет, только халёна, бейте, тьма стопайте. Тьма стоп ДПС. Бежим. Копал частицу, обнови на Кенчина. Давайте, бейте халёна, играем по трэшу, свет. РД большие, милики маленькие. Маны нету, там заливайте инора, как откадешь во тьме. Оптимус, дай хим на ману, там карта ставь тотем, свет только трэш бьем. Пофиг, что свет. Саня во тьме. Только трэш бьем, халёна не трогаем. Большие, маленькие. Айс фриз выноси. Давайте, свет бьем халёна. Смотрим, будет, бежим. А во тьме только хилам, фридом давай. Так, Оптимус и гимн на хп. Слава, ресай быстрее. Ресай золотистую. Металия. Так, рост. Играйте по трэшу, свет. Только трэш бьем. Дима, дай гимн на ману. Свет, только трэш бьем. Кипит маны. Дайте руки во тьме на хапал, на Рошаму. Играем по Халёну. Так, падает, бежим. Так, блин, стопаем ДПС. Частицу обнови на БДК. Дайте гимн на ману, если есть. Слава, залей инер секьюрити. Давайте, ждем 60 свету и будем добивать. Халёна свету не трогаем. Все, два мира, добивайте Халёна. Трэш не трогайте. Нету маны. Смотрите, добивайте. Танка нету вообще маны, прожимайся. Все, добивайте Халёна. Добивайте Халёна. Смотрим, сейчас будет метеорит, перебежим на ту сторону. Бежим. Има дэвся. Знаете, Има прожимает дэвся. Гимнов нету, ничего нету, все, убили, короче. Беги, малышка, беги! Ебать, жесть. Что за хуйня? Хилю с тринькой, с моноресом и все равно пиздец. Ты тотем на ману отдал этот. Это да. Так я, блядь, сошел, у меня было 17 маны. Ресните, пожалуйста. Ботиночки мои упали. Кстати, получилось, что листал, команда закончилась. У меня еще 10 команд было впереди.
На мейн-то, на мейн. Там с какого драйва убили? Со второго. Второй. Вот все вот нормально еще убили, чё. Будет я подумал, что это, Ваня, уйди от телек или еще от чего, это прям вообще жесть. Кто я? Ну что, слышно ты, телек сзади? Прикинь, весь строй. Не то, что слышно, он пиздец как раздражается. Нормально, это 95-й квартал был. Так мы одни писки слышим. Два, только такой хуёвый, хуёвый, дешёвый, дешёвый, китайский, понял? Сундучку. Ну, давай. Да, Маркилу Пати на ИП, пожалуйста, блядь. Я не понимаю, я что-то не понимаю, я просто не могу не высказаться, когда Холипал остаётся, а Шаман заходит, Холипал ещё хилит меня на переходе, и в конце боя Холипал на 100 тысяч меньше хилит, чем Шаман. Ебал я таких Холипалов, ебал. Все, я не буду больше танчить с такими Холипалами. Я, бля, просто жопу рвал. Да ты каждый день жопу рвешь, Джерин. Когда ты уже перестанешь? Ну, Шаман, если бы ты танчил, ты бы там уже Скисат, подал 3-4 раз. Он недавно начал хилить. Ты в конце-то концов пойми, блядь, что они не 10 лет играют Холипалами, понимаешь? Да, согласен. Не 10 лет играет, а всего лишь 5. Пойми это. Ну ладно, я тогда буду хилить тебя, Джерин. Пожалуйста, танчи нам дальше. А то мы не будем убивать 3 РС. Там кольцонные хилы одному человеку надо. Ну да, как видишь. Как-то видишь, у нас рейд. Ульда? Не, можно еще одну РС. Какая ульда? Забрать. Да какая ульда, блядь, ночью? Да, ты чё, у нас нормально в Украине, только полдесятого. Погнали. Лучше давайте еще одну РС-ку. Да ульду, ульду, ульду. А нахуй ты ульда здесь? Погнали ульду, в этот ралли нету. Погнали. Ладно, пойдем сейчас ВК, а там уже решим. Так а может в РС пойдем еще одну? Зачем еще одну ВК? Иди мне в ДК, Холипала, Кота, давай, жду ников. Я Джерион на кота, Шаман. Войт на БДК, Ваня на БДК. Некогда. Ваня был на БДК. А ну, устали уже ходить. Да не, Ваня сына топала. Ваня Варенька. Да. Вчера шея упала. Вару. Ну, нормально, следующая моя. Угу. Завтра будет онлайн, может РС соберем. Сейчас уже все. Так это да.